19 августа 2018 года. Небольшой заплыв выходного дня, обещали сопутствующий ветер, и мы решили посетить остров Полков из группы Яхтанских островов в Киевском море. Выбрались рано, но дорога нас намочила дождиком. Кратковременный дождь идет уже второй серии. Мы плывем прямо по курсу в остров. Там будет отдых несколько часов. И дальше мы решим, куда нам плыть. На набережную, по волнам, море ли. Садились на острове Пауков, он же Чаиный, дальний Яхтанск. А сейчас будем переворачивать лодку. В качестве навеса используйте ее, потому что дождь начинается. И усиливается, мало того. Еще к тому же. Ну а первое впечатление, здесь на мелководье образовался лиман. Сейчас через него перейдем. Там где-то устроимся в нашем месте. Ну вот так, прошло буквально 15 минут, как дождь закончился. Мы сейчас идем где-то на мыску присядем. Выдвигаемся в экскурсию по острову. Мы здесь не были 8 долгих лет. Не были в летнее время, поэтому сейчас вот решили посмотреть, что тут да как. Прежде всего, акация видна. А, подожди, по-моему, стоянок нет, сосен нет, я уже не знаю. Ух ты, елки-палки, Дим, ты посмотри, что случилось. Штормит северо-восточными ветрами. Стоянку сломало. Стоянки здесь нет больше. Да, так вон они, сосны, они в воде оказались. Всю стоянку смыло.
она кочует. Основная стоянка подвергает воздействием сильных северо-восточных ветров. Ветров, электрички. А все деревья, которые росли на стоянке, оказались в море вывернутыми полностью. Здесь снимали клип группа ВВ. Теперь ничего нет. Наверное, единственная сохранившаяся сосна, последняя сосна на острове. Рядом береза тоже. От бархана уже вообще ничего не осталось. Вообще. Так его изрезало, просто исколотило. Уже не бархан, а так уже планы какой-то масона. По сути, останется два бугорка.